«Шаг вперед и не шагу назад» – так назвали летнюю смену, которая открылась сегодня в детском оздоровительно-образовательном лагере «Юноармеец». Сюда приехали отдыхать более 300 мальчишек и девчонок. Юноармеец – гордость Щелковского района. На великолепной территории более 23 гектаров, с восхитительным ароматом соснового леса, с отлично обустроенными спортивными дорожками и площадками расположился один из лучших лагерей Подмосковья. И, пожалуй, лучшее подтверждение тому – отношение самих детей к лагерю. Для многих из них он стал любимым местом летних каникул. Мне очень понравилось. Я первый день сегодня была на кружках, была на цирковой студии, на разных кружках. Мне очень понравилось все. Юноармеец – самый лучший лагерь на свете. Он очень уютный и хороший. Мне очень нравится этот лагерь, он очень крутой. И здесь всегда очень хорошие вожатые. И я хочу всем взрослым сказать: не переживайте, здесь все будет хорошо. Отряды выстраиваются на плацу, и вот торжественная минута. Подъем государственного флага Российской Федерации и флага юноармейца. Вторая смена имеет спортивно-туристическую направленность. Планируется устроить товарищеские матчи по волейболу и футболу с командами из других детских лагерей, действующих в Щелковском районе. Будут работать секции по нескольким видам спорта, в том числе гимнастические. И для того, чтобы дети испытывали особое уважение к организаторам спортивных состязаний, здесь прямо на плацу устроили впечатляющее зрелище. Гимнастические этюды показывали работающие в лагере спортивные наставники. Что очень важно. В юноармейце детям можно будет не только отдохнуть, но и провести время с пользой для саморазвития. Прямо на плацу ребятам представили руководителей творческих студий. И одна из них – студия оригами. Это слово обозначает развитие детей в процессе овладения приемами конструирования из бумаги. Самое главное, что занятие оригами, это тот кружок, который я веду, доставляет детям радость. Это первое. Второе – это очень развивает моторику, развивает мозги и творческие способности. И дети мне об этом пишут. Мне нравится здесь заниматься, потому что я люблю творчество и хочу, чтобы этот кружок существовал всегда. Им здесь будет интересно, познавательно, и родители будут не просто спокойны за своих детей, что они куда-то сдали временно, и за детьми кто-то приглядывает, но они могут потом посмотреть на детей с точки зрения, как они изменились, что они узнали, чему они научились. И в этом смысле я тоже из родителей очень рад. Праздник открытия смены – это и концерт, и одна большая общая дискотека. Причем уже по традиции открытие всех смен завершается очень красиво. И взрослые, и дети все вместе, стоя плечом к плечу, запускают в небо над юноармейцем сотни разноцветных шаров. Андрей Цеханович, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».